Всем привет, дамы и господа. Сейчас мы вышли из нашего отеля Вилла Ламар и идем в сторону моря. Вчера был атмосферный фронт, был дождь, сегодня дождя нет, но ветрено. И вот как видите, что небо затянуто тучами и облаками. А вот еще желающие, которые идут на море. Они тоже хотят окунуться в кубинский океан. Кубинский океан? Такого не знаю. В Атлантический, да. Вот в этом ресторане, вот с синими... Адольф Гитлер заседает. Да, Адольфа живет, у которого жена русская Кира, она из Петрозаводска, из Карелии. Да, предлагает лобстера за 15 кук. И мы думаем, поесть или не поесть. Вот мы дошли до второй дороги, нужно ее перейти. И мы уже будем находиться на море. Москвич 2141. Сейчас думаю, что да. И вот за этим зеленым забором находится океан. Вау. Море волнуется раз. Смотрите, там какая пена. Там, наверное, висят красные флаги. И вот мы на берегу Атлантического океана. Вот красные флаги, видишь, купаться нельзя. Красиво же? Красиво? А вот смелая белорусская девушка хочет искупаться, но ей свистят. Она никого не слушает. Пошел, короче, да. Руками махает нам. Ам! Штормовое предупреждение. В море ходить нельзя, то есть вот я. Это же русские. Придурки.
Интересно. А так вас не видел. Напились. Что я делаю? Далее. А за этим Америка. Мальчики свистят, в море палить нельзя. Раз и плат. Это же русские. Мальчики уже нервничают. Выйдите по-хорошему. Давайте, возвращайтесь. Ну, ребята. Чешут. Серьезно так? Пользуясь случаем, хочу да. Привет в Россию. Я взрослый. Да. Да. Добрый день, дамы и господа. Я взял на прокат велосипед. Такой соцреализм. Без скоростей. Стоит это 1 час 2 кука, 2 часа 4 кука, 6 кук это 5 часов и на сутки 15 кук это дело стоит. Я продолжаю ехать в сторону, так скажем, аэропорта, в сторону островной части косы. Здесь вот уже дорога такая узкая.